Ну что ж, всем привет, дорогие друзья! Вы по-прежнему на канале «Мы в Испании». Сегодня тема ролика «Цены на продукты в Испании». Мы идем в Меркадону. Давно мы не снимали такие ролики. И вот сейчас, я думаю, самое время показать вам продукты, цены в любимом испанском магазине, испанской сети Меркадон. Так что давайте пройдем и посмотрим. Ну и прежде чем мы с вами зайдем в магазин, не забудьте поддержать наше видео лайком, написать свой комментарий, не менее 5 слов, и подпишитесь на наш канал, если вы еще не подписаны. Здесь мы говорим об Испании, мы живем в Испании, в провинции Аликанте, рассказываем много интересных разных тем, которые могут быть вам полезны. Так что обязательно подпишитесь, лайк и комментарий. А теперь идемте в магазин. Кстати, сейчас я вам покажу рыбу, которая есть в Финляндии и есть, наверное, везде. Цены. А, Алексей, давай скажем, где у нас цена за килограмм? 50, а здесь за грамм. Здесь 39. Ага, 39 за килограмм? Понятно, такую рыбку. Традиционные испанские супы, да? Вот, кстати, очень удобно. Кстати, сальмареху. Это для рабочих, для рабочих. Взял. Угу. Кстати, вот самое интересное, это икра. Чья? Бонита. Очень вкусно. Ага, есть как понятно. Полное. Так, что у нас есть еще? У нас есть традиционный гаспачо, евро 65. Алексей говорит, что он подорожал. Да, когда-то мы покупали там по еврику, евро с чем-то. А сальмареху 2,20. Цена так выросла, я думаю. Вот, кстати, здесь не видели. Лома де бонита. Угу. 3,53. 19 евро за килограмм. Это что такое? Это какая-то вырезка. Как рыбка, рыба, да? Соленая рыба, очень вкусная. Так, идем дальше, смотрим, что у нас еще в Меркадоне есть. Очень нравится мне хумус, или умус, который мы пробовали в Арабских Эмиратах. Стоит он здесь евро 0,5, да? Евро 45. Да, классический, кстати, он со скидкой. Это... Да, тоже очень вкусный. Так что, кто не пробовал, кстати говоря, попробуйте на булочку, там на сухарик. Очень вкусненько. Очень вкусно. Можно кадьи осадок взять. Алексей говорит, для тех, кто работает, с собой можно брать салатик, евро 70. Заезжаем, берем вот такие вот прям порции. Да? Здесь в Меркадоне можно разогреть. И вот 13,50 килограмм это стоит. Да, вот и вот курочку можно взять, 5 евро. Курочка 6,42, 6,17, то есть 5,40 за килограмм. 5,50 был сейчас цена... Снижено чуть-чуть, но это уже готовая курочка, ее можно в холодном виде есть, я думаю, можно разогреть в микроволновке. Или вот такие вот крылышки за 3,63. Крылышки за 3,63, салаты евро 70, евро 80. Так, что еще? Лазанью можно 4,80. Ну, это из тех блюд, которые готовые, которые можно брать с собой. Очень удобно в магазинах, есть такие в разных. Это суп-крем из огурцов. Угу. И вкусно, кстати, очень вкусно. Несмотря на то, что это готовая еда, но вот очень вкусно. Все опробовано нами. Очень вкусненько. В Меркадоне очень хорошие продукты, так что всем рекомендуем. Испанцы их любят, мы тоже очень любим Меркадону. Вот, пойдем дальше сейчас. Это пиццы. Пиццы тоже, вот их можно, ну, соответственно, разогревать. Просто 3,50, 2,90, по 4. Евро 50. А когда-то стоил меньше евро. Да. Когда мы приехали, это 5-6 лет назад. 70, по-моему, центов. Вот считайте сами. Дорожает, дорожает. Для любителей вредной еды. Майонеза и кетчупа. Евро 60. Алексей говорит, покажи, покажи. Показываю кетчуп. С клюквой? С клюквой. Ну вот, на любителя. Ну, соответственно, кто майонез употребляет, тоже цены вы видите. Ну, потому что скоро праздники, наверное, надо будет салатики делать разные. Соусы вот такие тоже очень вкусные для салата. Цезарь. Тартар. Тартар для сальмона, для рыбы. Евро 50, ну, евро 40. Любит терияки всякие. Кстати. Да, ну, впереди праздники, Рождество, Новый год, каникулы и так далее. Может, у кого-то дни рождения, что-то надо будет делать, салатики, если в ресторан не ходить. Так, идем дальше. Хамоны, здесь большой выбор, вы видите. Цены вот там
Меркадона прямо рулит по продуктам. 20-50 есть хамон Ресерва, 24-51 даже хамон Иберико. Ну, они там нарезают, и получается там в районе 4 евро. Тети, это же, по-моему, из этого. Как раз с севера, по-моему. Да, мы видели. А, из Галисии. Это Галисия. Галисия. Так, ну сыры, она, соответственно. Кстати, с этим, со значком, есть. Сколько стоит наш такой сыр? Что так вот на упаковку, на этих 6, этикетках? 6,50. 9 евро за килограмм. 9 евро за килограмм. Почему-то они цены вот с этикеток убрали, да? Не очень удобно как-то стало. То есть надо каждый брать и смотреть. И смотреть. Ой. Вот сыр, например, 16, да, 15, 25 за килограмм, 4, 86 кусочек. Это получается даже выгоднее. Сыр вот такой. Вот не совсем удобно, что каждую теперь надо брать, переворачивать и читать. Ну, в принципе... Не, ну на основные продукты они ценники оставили. А, вот наш любимый камамбер, евро 83. Или камамбер. Ну, сейчас не хочется такой сыр. И менталь очень вкусный, 2,85, 3,30, гауда, в общем, сыров большое изобилие. Евро 20 нарезанные, вот такие мы брали, для бутербродов в школу. Станиславу, может быть, мы возьмем сейчас такой тоже, евро 20, вот такая упаковка стоит, 10 кусочков для сэндвича, очень удобно тоже, хорошо. Также есть натертые сыры продаются. Ну вот, кстати, они тоже подорожали. Раньше мы по евро покупали, евро 0,5 даже. Ну теперь то, что мы покупали по евро, наверное, стало евро 25. Мягкие разные, такие кремообразные. А, когда в долг? В общем, сыры... Стоит он здесь 2,18. Ну, кстати, недорого. Сыры в большом изобилии, все на местах, все есть, все вкусно, на любой вкус, на любой кошелек. Подорожание, конечно, есть. Но за эти годы оно, я не знаю, сколько процентов, как ты считаешь? Ну, процентов 30, наверное. Процентов 30, так вот, на все, наверное. Потихоньку-потихоньку, но после пандемии все потихоньку подросло. Вредные еды, по-моему, какие-то из этих. Ну, сосиски мы особо не покупаем, мы их не едим. Если только колбаски такие натуральные. Сейчас я вам их тоже покажу. Кролик. Сейчас посмотрим, сколько у нас за килограмм он стоит. 8,95 за килограмм. Кусочки кролика, ножки. В общем, все здорово. Диетическая, так сказать, еда. Вот эта вот упаковка на 5,42. Кролик есть всегда здесь. Есть вот прямо такие тушки кролика. Курочка. Курочка 3,75, да, за килограмм. Это на почти на 2 килограмма 5,75. 5,96. В общем, все зависит от веса. 3,25. 3,25 это недорого курица. Она была, по-моему, даже дороже раньше. 4, мне казалось, нет? Вот эта курица не очень дорогая. 3,25, да, она подешевела, слушай. Это подешевела, у даже, 4,95, да. Мы снимали в прошлом году. Да, так что смотрите, что-то дорожает, что-то дешевеет. Вот такие курочки есть. Она, конечно, дороже, 8,32 за кило. Видимо, она какая-то, как кто-то нам подписывал, кормленая кукурузой. Кукуруза, да. Да, может быть, более диетическая, более экологичная, менее жирная, не гормональная, наверное. 50% маис. Да, вот она кормленная на кукурузе, наверное, более. Ну, соответственно, это и дороже. Это 4,90 за кило. Вот это 8,32 за кило. Можно кролика взять, диетическая еда. Да, сейчас. Диетическая. Очень хорошо. Вот это я хочу еще посмотреть. Для любителей, скажем так, печень куриная. Сколько она у нас стоит? 3,85. Для любителей субпродуктов. Мы тоже такое не едим, но вот мало ли, если кому интересно. Так, что ты, Алексей, выбрал? Как раз из-за стульев. Набор такой, да? Тут у нас есть, хамон, две колбаски стоят 2,70. Не хамон, здесь видишь, типа планируете есть сало, что ли? Ага, 2 евро 71 цент. Хоть мне и говорили, называйте сантимы. Нет,
Но я называю цвет. Астурианская колбаса и кусочек. Да. Вот так вот. Так что это мы тоже возьмем. Фабаду мы уже показывали, как фабаду готовить. Очень вкусно. Блюдо из Астурии. Так, ну что, я вам еще покажу, что здесь есть и индейка, индюшка 7,23. Она, конечно, стоит подороже, подороже даже курицы. Индейка, да? Индейка, да. Но, видимо, потому что пользы больше, может быть, более диетическая. Мне тоже она очень нравится. Пава такая вот. Мне нравится, что здесь есть всегда вот эти каркасы курицы для бульона. Да, вот кто-то лапки ест. Ну, не знаю, мы не едим, тоже 4,05 €. Так, говядина вот такая. 7,77. Вот это за кило, да? 13 за кило. 13 за кило, да. Ну, говядина подороже. Я говорю, вот про этот каркас берешь, свариваешь этим бульон, забираешь по суповой наборчик, да, вот такосы. Говядина дороже, конечно же. Это логично. Она диетичнее, полезнее. Ну, и вот такие есть колбаски, которые... Упаковочка тоже 3,40. 3,40, 3,38. С Марсия, с рисом и с луком. Колбаса Марсия называется. Вот такая колбаска Марсия. Кровяная, да, колбаса? Да, но она с луком и с рисом бывает. Значит, здесь 6 евро, да, за килограмм? Да, 6 евро за килограмм. На 2,24. Вот я очень их люблю. Рекомендую для тех, кто хочет, пробуйте в Испании. Классно. Классные колбаски. Маленькие. Ну что, дорогие друзья, есть яйца разные, как, значит, супер грандес размеры, эльки, эмки, в зависимости от этого и цена. Есть даже перепелиные яйца. Кстати, они стоят €65. Гранды, они такие, как очень, что должны. Вот эту упаковку сколько стоит, Алексей? 3,25. 3,25. 12 яиц. Соответственно, 24 яйца, 3,80. Ну, вот считайте, и сколько десяток. По 2, если вот обычные эмки. Можно по 6 штук купить. Вот это эмка. Это по 2 евро, да. Тоже 12 яиц. 12 яиц среднего размера. По 2 евро. Упаковочка. Кстати, а сколько перепелиные стоят? €65. Я так поняла. Вот он точно. Вот они маленькие яички. 39 за килограмм. Свинина. Вот показываю тем, кому интересно. 5,39 за кило. Это шея. Это шея, да, но на самом деле мы не едим. Вот что-то у нас отшибло здесь желание есть. Месяц назад где-то попробовали, просто не пошло у нас. Хотя покупали в карнесерии. Вообще мясо мы в карнесерии покупаем. Ну, или в Меркадоне, или в карнесерии. Это специализированный магазин, от слова карна, мясо. Соответственно, там, где продают мясо, все мясное. Сколько на здесь? Что у нас за заморозки? 25 евро за килограмм. Это нога? Да, да. Барана, да? Пришли в овощной отдел. Здесь большой выбор тоже всего. Обычно мы тоже покупаем все на рынке, но в Меркадоне тоже. 1,82. Да, лук парит для блюда с мехионисами, с мидиями. Тоже хорошо. Вот это у нас капуста, да? Капуста у нас €55 или €84, да? Это 84 картада порезали. Угу, €55, значит. Ну так вот. Кабачки. И баклажаны. Ну, на рынке выгоднее. Здесь €49, €79. Брокколи 2,69. Перцы очень хорошие. Ну, мы обычно покупаем все на рынке. Да? Кстати, грибы. Вот, дорогие друзья, я показывала вам подберезовики. Подберезовики здесь продавали в Алькампо. Подберезовики, лисички. Это из Каталонии грибы, да? Шампиньоны. А, не, Альбасетти. Альбасетти. Фасоль фабады. Для фабады. Но здесь она, кстати, 2,84 стоит. В общем, рис €63. А для чего это соль? Кто знает? Просто какая-то соль. Не знаю. Кто знает, дорогие друзья, пишите, что это такое, для чего оно нужно. Так, дорогие друзья, кто любит манную кашу или деток кормить, значит, вот семола – это манная крупа. Килограмм, €30. Вот я себе возьму
Иногда хочется кашку, да, манную кашку. Соответственно, здесь есть мука, по-моему, да? Арина, вот это. Сколько она стоит? Евро 0,5. А, 91 цент. 91 цент. Это мука специально для этих фритоса делать. Угу. Ну, сколько она стоит у нас за килограмм? 20, евро 20. Для морискосов, там для всяких. А вот это? 3 евро. Это 5 килограмм, 3 евро. Такими большими упаковками продаются. А вот килограмм. 70 центов. Маслица. Нет, это уксус, да? Вот это масло. 27,60. Вот это вот очень удобно, сейчас покажу. Которое с этим разбрызгивателем. Спрей такой. Угу. Соответственно, 3,10, по-моему, да, стоит? Или 4,40. 4,40. А вот это у нас стоит 7,20. Масло подсолнечное, хиросол и 5 литров. В общем, с маслом, как вы видите, проблем нет. Цены выросли на масло? Ну вот на оливку, по-моему, мы брали дешевле. Угу. Я думаю, сейчас новый урожай и цена становится. Соответственно, мы с Лешей перевели вот это название мигос. Это клёцки, так мы поняли. То есть, как я вот раньше суп варила, из манной крупы делала клёцки. Да, вот да. Из этого можно делать клёцки мигос. Ну, насколько мы поняли. Так, кефир. Евро 40. Вот такой. Очень вкусный. Рекомендую. Для тех, кто не пробовал натуральный кефирчик. Причем можно потом из своего молока делать дома свой собственный кефир. Ну, здесь я, наверное, все показывать не буду. Смысла нет. Йогуртов тут миллион. Очень вкусные. Вот эти вот напитки без лактозы. Угу. Син лактоза, это без лактозы. Молоко вот это, да. Называется. Вена, вена тоже, да. 0%, 0 сахара. Соевые напитки. Ну, достаточно много всяких напитков. Тут много молочных продуктов. Сейчас еще молочко мы вам покажем. Да, молоко из Астурии. Оно длительного хранения, наверное. Сколько оно у нас стоит? Упаковка 6,84 по евро 14 литр, наверное. Евро 14, 6 штук по литру, стоит 6,84 за литр, евро 14 центов. Полужирные, там, угу. Ну вот астурианское из Астурии, где мы вам показывали. Смотрите наши ролики, кстати, из Астурии. Там действительно красивые, как сказать, поля зеленые, луга, коровки пасутся, молочко добывают, поэтому там много молочных продуктов. Очень много из Астурии. Многие спрашивают, что нет сгущенки. Сгущенка здесь называется вот так вот. Да, сгущенное молоко, соответственно. Да. И вот это все упаковки, вот они и есть. Это все. 2,30, вот эта баночка. 2,65. Разные, вот такая вот. Есть вареная, кстати, вот. 3,90. Вот, а это вареная, да? Это вареная, да. Сколько стоит? 2,71. Вот астурианское еще молочко. Кстати, хорошее. Не так много и едят здесь. Сахар не едят. Евро 78. Вот такая вот одна. Но она 1,5 литра. 9 литров получается в 6 упаковках. Стоит 10 евро 68 центов. Молочко тоже астурианское. А это у нас уже всякие деликатесы для десертов. Как построс всегда, идут разные вот такие вещи. Фланы. Ну, в общем, вредная еда. Но кому-то нравится. Ну, нам тоже иногда. Масло. Масло у нас идет, например... Евро-90. Вот это вот хорошее масло, еще наверное, да? Евро 90. Ну, да. Вот это вот мы используем как сметану. Опять скажу, что это не сметана. Нет, это сметана, как ната фреска. Ну вот, смотрите, да. Ну, сметана как-то по-другому у них слово, сметана. Ну, это как вот сливки свежие, 30%, но мы это используем как сметану. По-моему, оно не подорожало, да? Вот это 0,5. Евро 0,5. Молоко. Алабан есть тоже. Алабан, да, очень вкусный, типа кефира, тоже очень приятно. Валькампо продается вкусный. И здесь, соответственно, ну, молоко тоже.
появились конфетки вот такие, очень вкусные сладости, поливороны. Они такие рассыпчатые, такие, можно сказать, такие рождественские. Но это все такое, видите, пальварон де альмендре. То есть такое ореховые, ореховые. Ну, в общем, к Рождеству готовятся. Видите, сколько много разных вкусных конфеток. Это кокосовые. 5-10 сверху, да. 5 евро 10 центов за килограмм. Хлеб будем сейчас, свежий сок еще посмотрим. Евро 30. Вот когда-то я покупала его тоже евро 5. Да, вот этот литр евро 30. 100% свежий такой, он наранха. Апельсин. Будем брать апельсин? Да. Вот. А, сейчас. Вот мандариновые есть тоже. Вот из клементины. Сорт мандарин. Клементина. Ей тоже евро 50. Вкусные очень сачки. Полезные, главное. Да. Вот, ну, можно такие брать. Пакетированные. Вообще они по 65 центов. Но мне больше нравятся все-таки вот такие. Они больше похожи на свежие. Свежевыдавленные, с пульпы, да. Вот евро 30. Евро... Да, евро 30. Хлебушек, булочки разные по 80 центов. Что-то по 2,50. Это за штучку. 50, евро 10, 65. Ну, тоже потихоньку-потихоньку цена подросла. 40 круассаны. Ну, вот когда-то стоило... дешевле. Удобно. Все в перчаточки одеваете. Сумочку все складываете в пакетик. Угу, багет. Сколько багет у нас стоит этот один? 55. Ну, когда-то все они по 35 были. Да, вот есть булочки по 30 центов. Багеты по 70 и по 55. Можно нарезать вот здесь. Не, есть вот три этих... Да, 3 багета за евро 15 центов. Можете поделить, узнать, сколько за штучку. Да, ну и вот такие тоже они злаковые, приятные. Без сахара, без лактозы. Тоже очень полезно. Евро 40, евро 35. Это все, что касательно хлеба. Да. Сейчас мы возьмем мидии. Ну что, вот это у нас сумочка по 3,20. Есть вот там побольше, по 3,95. 11,95. Это ты за 3,95 взял, да? Креветки 10,95 и 11,95. Креветки, мне кажется, в принципе, это... Не подорожали, да? Да, вот эти 2 евро, сейчас стоят 13,95. Дешевле, да? Дешевле стало, да. А вот это та же сетя дикая, которая начинается. Ой, какая интересная. Смотрите, даже дешевле стало. Ну и рыба, соответственно, тут 7,35. Дорада 7,95. А вот рыба, мне кажется, сильно-то и не подорожала. Она, по-моему, так и стоила. Она 6,95, по-моему, стоила. Да, форель 7,95. Там так мрачно. 7,95 форель, да. То есть цены на рыбу очень хорошие, на морепродукты. То есть полезная еда, она, в принципе, нормальная. Не сильно подорожала рыба, да? И можно в заморозке купить. Вот, пожалуйста, 19,90, 9,95 за килограмм. 2 кило. Лед. Когда говорили, что лед пропал. Льда очень много. Ну и мороженого. Картофель подорожал. Ну, он не особо, наверное, полезный. А для нашего блюда, которого он нас научил француз, ну, это необходимо немножко. Он подорожал. Он был по евро килограмм. Сейчас 2. Ну, не суть. Что у нас с водой, Алексей?
6 евро, одна 1 евро. Бутылка. Ну, 2 литра 70 всего. Ну, скажем так, вредный напиток. Мы его не употребляем уже, можно сказать, крайне-крайне редко, но есть. Ну, дальше тут идут алкогольные напитки, вина, куда ж там без них. Кстати, вот это евро 25. Кола нормальная. А вот это для, Душа, вино, ну, такое столовое, да, для того, чтобы готовить по 90 центов. Для тех, кто не знает, если готовить разные блюда с использованием вина, то можно купить за 90 центов. А, скоро у нас и Рождество, и Новый год. Смотрите, какая тут роскошь. И полусладкая. Ага, шампанское, кава, да? 2,50. Ну, вино здесь я не буду ничего рекламировать. Ну, так, в общем. Да. А, ну что, дорогие друзья, показали мы вам цены. У нас получился чек на 53 евро. Но представляете, что мы взяли мидии, мы взяли какую-то рыбу, мы взяли разные необходимые, по-моему, даже кролика. Мы взяли, в общем, воду, молочные продукты. То есть это нам не на один день. Это не значит, что мы побежим завтра еще за какими-то продуктами. Поэтому это у нас, в общем-то, не на один день. Вот такие цены. Надеюсь, что вы можете сделать представление о том, какие цены и продукты сейчас у нас в Испании в магазине Меркадона. Итак, дорогие друзья, надеюсь, что вам понравилось это видео. Вы увидели, что сейчас продается и какие цены на продукты в Испании, в частности, в магазине Меркадона. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь, если вы не подписаны, оставьте свой комментарий. Комментарии помогают продвигать наше видео. Пишите комментарии не смайликами, а хотя бы 3-4-5 слов. Ну и до встречи на нашем канале. Всем пока-пока, adios amigos, увидимся вновь.